изрек Господь репа, и познали репы отмщение. Очень странно. Больше никто не рискнет бросить вызов тебе. Ты всех сильнее, всех отважнее, ведь ты чемпион БББ. Пока тебя не было, йомсвикинги воевали за других ярлов. Вот их плата. Мне пора. У тебя есть для меня? Новый день? Один из наших поставщиков попросил разыскать кое-кого. Надеюсь, справишься. Твоя цель отлично умеет убивать, но ты, полагаю, умеешь это еще лучше. Я надеюсь на тебя, Эйвор. Что предложишь сегодня? Спасибо, что заходишь. Еще увидимся. До встречи! Пока!
Спасибо, друг. Thank you.
Ух ты. Интересно. Прежде чем в дом войдешь, все осмотри, все огляди, ибо как знать, в этом жилище недругов нет ли? Разорву на куски.
я поймал! Здесь покоятся останки исполинов. Я начертал символ на камнях, чтобы в будущем люди могли наполнить свой дух силой, что скрыто внутри. Но да будет известно тем, кто хочет услышать здесь голос Божий. Слова его неясны и переплетены древними нитями. Он присутствует здесь. Эти столбы, принесенные гигантами и защищающие нас, стали частью его замысла. Аминь. Что-то странное.
Твоя смерть была очень болезненной и медленной. А разбойники здесь жестоки. Благодарю от всей души. Я всем друзьям расскажу, что разбогател. Я думал, что ты плут, обманщик, но ты не лгал. Храни тебя Бог. Что его так обрадовало? А, мой эликсир. Скоро он будет на расхват. Сделав глоток, ты засыпаешь, а просыпаешься уже богачом. А ты находчивый обманщик.
Я не знаю, как именно работает эликсир, но я не лгу. Вспомни, как радовался тот человек. Он и многие другие вернулись ко мне богатыми, хотя их истории были разными. Это не по мне. Глупая затея. Снова это ты. Давай сюда свой эликсир. Запасы закончились. Чтобы сварить еще, нужно пойти на риск. Ты уверен, что готов принять вызов? Сначала скажи, какой. Что ж, ладно. Ты должен принести мне два ингредиента. Медвежью мошонку и лишайник. И где мне все это искать? К западу отсюда есть медвежье логово. Звери устроились там из-за зимних лисичек. Что до лишайника, он растет в колодце снаружи. Будь осторожен. Эликсира. Держи, я принес, что ты просил. Отлично. Примусь за дело. Эликсир будет готов совсем скоро. Вот и он. Эликсир чудесного богатства. Прошу. Проклятый Зельевар. Похоже, он тоже выпил эликсир. Очутился здесь и не смог выбраться. Вернусь к Зельевару. Посмотрим, знает ли он, что произошло. Thank you.
Эй, Зельевар, что со мной случилось, когда я выпил ту дрянь? О чем мне знать? Сказал же, мне неведомо, как работает эликсир. Но на тебя он подействовал особенно сильно. Нетвердым шагом ты вышел отсюда и бросился в лес, будто учуял что-то. Совсем как дикий зверь. Я беспокоился и рад, что ты цел. Твое богатство приумножилось? Можно и так сказать. Я очнулся в пещере, а рядом был мертвец с сокровищем в руках. Хм, раньше такого не случалось. Думаю, это был один из твоих покупателей. Но ему не повезло. Пожалуй, я больше не буду готовить эликсир, пока не разберусь, как он работает. Разумно. Yeah.
Я так просто тебя спалю! Thank you.
Пока тебя не было, йомсвикинги воевали за других ярлов. Вот их плата. Мне уже пора.